Губернатор Сергей Морозов посетил стационарную выставку ярмарку, открывшуюся на оптовой базе на проспекте ГАИ 100. Это уже вторая ярмарка подобного формата. Первая появилась еще весной в Заволжском районе, почти сразу после того, как была высказана идея о создании стационарных сельхозярмарок. Сейчас на выставках и ярмарках, получивших название «Симбирская деревенька», представляют свою продукцию производители из 14 районов области. Здесь есть мясные, молочные, кондитерские, хлебобулочные изделия. Главной особенностью симбирской деревеньки является то, что она стала ярким примером того, что в современной России потребкооперация имеет полное право на существование. Здесь есть выбор, приемлемые цены, спрос. В день ярмарку посещает до 5000 человек. Хотя, конечно, и говорить о полном отсутствии проблем пока нельзя. Единственное, здесь есть проблема сбыта, то есть доставки. Поэтому вот мы возродили деятельность областного потребительского кооператива, который получил грант от государства на укрепление своей материалистической базы, вот приобрел торговое оборудование, которое вы сегодня здесь видите на ярмарке. Ну и следующий этап, он покупает автотранспорт для того, чтобы собирать, мы выстроили маршруты сбора продукции с районов области для того, чтобы минимизировать затраты по доставке этой продукции, а соответственно снизить цены реализации. Еще одну меру поддержки для фермеров и членов потребкооператива губернатор Сергей Морозов предложил во время совещания, которое проводилось здесь же, в здании ярмарки. Касается оно увеличения срока льготных условий аренды. Сейчас место на ярмарке на 3 месяца предоставляется бесплатно, после чего оно стоит около 5000 рублей в месяц. Мое предпринимание, если учитывать, что мы на год будем предоставлять им бесплатное место, это будет хорошо. Мое понимание, если мы на второй год предоставим льготную оплату, так сказать, я не знаю, там, предположим, там 50%, это будет хорошо. И только с третьего года они могли бы выйти вот на эту 5000-ную оплату. Вот первое, они встанут на ноги. Во-вторых, они раскрутят достаточно большое количество своих товаров, которые будут, вот как мы сейчас видели, пользоваться большим спросом. И третье, что очень важно, они сами привыкнут вот в таких условиях работать. Губернатор напомнил, что к 2020 году на поддержку этого направления планируют выделять из бюджета 200 миллионов рублей в год. Сейчас эта сумма составляет 30 миллионов. Глава региона потребовал открыть подобные объекты в каждом муниципалитете. И первая районная ярмарка уже появилась в конце сентября в Красуне. А в Ульяновске в планах открыть третью торговую площадку в Свияжском районе. За Свиягой подбираем площадку пока. Варианты есть какие-то? Ну, варианты есть, я их пока озвучивать не буду, чтобы как бы не создавать интригу. Нам хотелось бы, чтобы это было место живое, бойкое. Собирается симбирская деревенька выходить в виртуальное пространство. В частности, здесь хотят разработать интернет-площадку, с помощью которой ульяновцы смогли бы заказывать фермерские товары себе на дом, так же, как сейчас заказывают пиццу или суши. Игорь Улитин, Руслан Батталов, новости дня, Ульяновская правда.